Юг-Запад. Руководители железных дорог 5 стран анонсировали международный транспортный маршрут. Он проходит через Индию, Иран, Азербайджан, Украину и Польшу в европейские страны. Протяженность в Украине 900 километров. От станции Черноморск до Изова в Волынской области. Улучшение инфраструктуры позволит доставлять грузы в 3 раза быстрее. В Черноморске за счет Укрзалезницы восстановят и пустят 2 парома.